Всем здравствуйте, я Анна, живу в Москве. Опыт моего вождения довольно большой, я получила права в 2001 году, но никогда не поздно чему-то учиться, совершенствовать свои знания и навыки. Меня научил водить папа, он хороший был водитель, но не какущий учитель. То есть с ним я, конечно, научилась водить, но вождение не доставляло совершенно мне удовольствия, потому что это были крики типа «Что ты делаешь?» и вообще «Кто допускает женщин за руль?» и вообще «Выйди вон, садись на пассажирское место». И каждое путешествие за рулем для меня превращалось в пытку и в каторгу, если честно. Конечно, во время обучения были страхи, свойственные всем. И чтобы никуда не въехать, чтобы никуда не врезаться и не заглохнуть. Я тогда ездила на механике. Ситуацию не особо улучшила покупка собственной машины, потому что те глубинные страхи, они никуда не делись, они остались. И когда появилась возможность стать обычным пешеходом, я, честно говоря, с радостью этим воспользовалась. Нашло время, навыки мои совершенствовались. И решила я снова начинать водить. О курсе «Страхи и заблуждения водителей» я узнала из онлайн-тренинга, если так можно назвать, который проводил Сергей. Просто послушать, что скажет умный человек. Решила попробовать и, честно говоря, не пожалела. Так как, в общем, опыт-то у меня есть и совсем уж нянчиться со мной не надо, я выбрала тариф самый минимальный. В общем, он мне, конечно, помог и пригодился. Но новичкам, безусловно, я рекомендую тариф, где будут встречи с Сергеем, с психологом и так далее, потому что, конечно, большинство страхов тогда уйдет. Курс, безусловно, понравился. Особенно он полезен на начальных этапах, когда новичок просто боится сесть в машину и скажет, что лучше я не буду, потому что я что-нибудь сделаю не так. Курс снимает многие страхи, и мне он снял самый главный страх из той серии «А что скажут люди?». Я поняла, что мне все равно уже, что они скажут, я сделаю так, как нужно, пусть это будет не всегда правильно, не всегда быстро, ничего страшного. Самое главное – доехать из точки А в точку Б без приключений. А мои рекомендации новичкам – не бояться, самое главное, ошибиться, подальше бежать от советчиков, а что ты делаешь и вообще кто так водит, потому что все мы были учениками, все мы делали ошибки, и нарабатывать навыки. Всем пока!